предрассудка про Андрея Губина, которому пообещали много денег за новогодние кооперативы, и он сделал выбор. Вот тут говорится, не хочется шутить, но придется. Звезда 90-х уверяет, что сумеет удивить зрителям. Зрителей не знаю чем. Ну, да ладно. Вид у него, конечно, не ахти. Так, о чем же тут говорится? Рано полностью списывать со счетов, хотя ему 50 лет. А выглядит он на все 70. Ну, да ладно. Сейчас выйти прямо на сцену он не готов. У него загадочная болезнь, которая лишает его сил и не дает полную силу работать вокальному аппарату. Ну, да ладно, вокальный аппарат – это голос, да. Вот, вокальный аппарат. Губин признался, что ему посулили много денег за выступление на новогодних корпоративах. Но он вынужден отказаться, потому что не так высоко задрал планку. Не может петь, чем это было раньше. Это как мастер спорта по бегу, который вдруг сломал ногу, а ему говорят: «Ну, пробеги, ты же мастер спорта». Мастер спорта не всегда может бежать, если у него, допустим, ну да ладно, что тут говорится дальше. И тут же добавил, что чувствует себя прекрасно, молодым и здоровым. Правда, вот выглядит не очень, да, выглядит он не очень. Но пусть это никого не обманывает. Что конкретно этим хотел сказать Губин, и когда же ждать его фееричного возвращения на эстраду, непонятно. Ну да, конечно, денег ему обещали много. Вот. В глазах этот самый, как его, хочется, но, как говорится, колется. Вид у него, конечно, не очень, не ахти. Ну, не ахти, ну, не выглядит он на 50, он выглядит на все 70. Вот, на все 70 он выглядит. Чем он собирается удивлять, не знаю. Как-то я видела, как Крутой пригласил его куда-то на какое-то мероприятие. Вот. Заманил Губина на новую волну. Вид у него, конечно, был ужасный. Ходил он ужасно. Передвигался, как утка. Ну, это такое заболевание, что поделаешь. Это от того, что много сидел дома, никуда не выходил. Вот. И состарился лет на много. Так что вот так. Посмотрим, что из этого получится. Как он будет удивлять.